Продолжим с вами и э, перейдем или вернемся к Иоанну. Иоанну, и будем читать из Матфея 11 главы 2 по 19 стих, или, если вам будет угодно, из параллельного места из Луки, 7 главы, с 18 по 35 стих. Итак, Иоанн сидит в тюрьме, куда его заключил Ирод. И, услышав в темнице о делах Христовых, посылает двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого вообще? Я хочу, чтобы вы отнеслись к Яну как к человеку. Он на самом деле человеку, в буквальном смысле этого слова. То есть тот самый Иоанн, который несколькими главами читаемого нами текста или некоторое время назад является свидетелем, или тем, кто крестит Иисуса и слышит Бат Коль или голос Господа Бога, это Сын мой возлюбленный, и видит знамение, которое не в виде голуби. И вдруг он, находясь в тюрьме, задается вот вопросом, а типа как бы... Так ты этот или не этот? На самом деле, даже самые великие из мужей веры, ими время от времени овладевали сомнения. Я вообще считаю, что сомнение – это признак веры. Отсутствие сомнения – это фанатизм. Но вопросы, которые мы задаем, в том числе Господу Богу и себе, показывают разницу между нами и Господом Богом. И именно в этом есть смысл того, что, он, что мы нуждаемся в Нем, чтобы Он исцелял нас от наших слабостей, от наших сомнений. Ну и она как бы свои основания для того, чтобы сомневаться. И мы увидим буквально сейчас, что достаточно серьезны. Они связаны вот, вот с чем. Мы знаем, что согласно Писанию, одной из функций Мессии должно быть освобождение узников. Да? Исаия говорит, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения, сидящих во тьме, из темницы. И далее, в 61 главе Исаии, он говорит, или по-русски «дух Господа Бога на мне», ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть, псура, то, что у нас сзади на доске, скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердца, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. И он сидит в тюрьме. И он ожидает Царства Божьего. Почему? Царство Божие и Царство Небесное – это абсолютные синонимы, когда я слышу целые богословские построения по поводу того, что это две разные вещи. У меня это вызывает просто, к сожалению. И вот Иоанн ожидает точно так же, как и все ученики Иисуса, и впоследствии, даже в деяниях, уже в первой главе, уже перед вознесением непосредственно к Отцу, тот же самый вопрос, если ты мессия, то будь добр, освободи узников, включая меня, так как о тебе говорят пророки. Поэтому у него есть на самом деле недоумение в этой связи, но сам Иоанн находится в темнице, и он не может прийти к Иисусу, и он вынужден посылать учеников. Мне кажется, что вот этот вопрос, который он задает, он задает именно в контексте своего собственного положения. Поймите, что на самом деле герой веры – это не обязательно человек, который жаждет умереть. Павел не жаждал умереть, когда его растянули на лавке, чтобы его бичевать. Он сказал, я вот римский гражданин. Иона не хотел умирать ни когда его послал Господь Бог в Ниневию, ни позднее, когда он сидел под этим кустом, под палящим солнцем, когда куст... Иисус говорил, Господи, пронеси мимо меня сию чашу, впрочем, будет воля. Вот этот, впрочем, это, наверное, характерная черта для всех. Святых. Так у Иоанна тот же самый вопрос, у него не было никакой радости от того, чтобы умирать, или от того, чтобы его голову впоследствии принесли Ироду. В ответ Иисус сказал им, идите расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, а бедным возвещается Евангелие. «Счастлив тот, кто не видит во мне преткновения». Вот, наверное, это ответ, который может быть не совсем приятен Иоанну, но Иисус перечисляет не его дела, не какие-то действия. Да? Он перечисляет события, которые происходят благодаря его действиям. И продолжает, он говорит, что же выходили смотреть? Выражение ⁇ выходи и смотри ⁇ или ⁇ иди и смотри ⁇ то же самое, как ⁇ иди и научи это ⁇ очень распространенная в иудаизме формула, которая а, указывает или призывает к разъяснению какого-то события или какой-то идеи. А, трость, колебимая, колеблемая ветром, это образ человека, ослабленного испытанием или наказанием Всевышнего человека в духовных метаниях, но не оставляющего своих намерений или своей точки зрения. Я приведу пример из трактата «Санидрин». 105b. И поразит Господь Бог Израиля, и будет он как тростник, колеблющийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону реки за то, что сделали они себе из туканов гневья Господа. И третий царств, 14-15, подобен израиль тростнику, который растет при воде и восстанавливает свой стебель. Если Он срезан, и корни его мощны, и даже если все ветры мира задуют на него, то не сдвинется и не сломается, а только склоняется с ними. И тогда прекратятся ветры, Он возвращается на свое место. Книга Маковеев. Тогда всевидящий Бог и над всеми во святых, восвятых, услышав молитву смирения, поразил надмевавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром. Так что он лежа недвижим на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, достигнутый праведным судом. Тогда его друзья, телохранители, видя внезапную и тяжкую казнь, постигшую его, и опасаясь, чтобы он не лишился жизни, поспешно вынесли его, будучи сами поражены чрезвычайным страхом. Через несколько времени, придя себя после испытанного казания, он нисколько не пришел в рассказание и удалился жестокими угрозами. Иными словами, образ трость, ломимая ветром, может восприниматься здесь как человек, наказываемый Богом. И Иисус спрашивает, что же, говорит, вы ходили смотреть? Да? Вы ходили рассмотреть трость, колеблемую ветром? Он говорит, человека ли, одетого в мягкие одежды? носящие мягкие одежды, они покоятся или находятся в чертогах царских. То есть прямая противоположность тростнику, колеблемому или ломимому ветром, это человек в мягких одеждах. Возможно, что еврейское слово, которое здесь используется, мягкий и нежный, это аданим, оно трактуется в мидрашах как свидетельские функции царя на его задачу свидетельствовать о власти Всевышнего. «Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовил путь твой пред тобою». Больше, чем пророка. Бидраш утверждает, что во всяком месте, где можно видеть ангела, можно видеть Шихину или присутствие Божье. Поэтому больше, чем пророка, в данном случае это не метафора не метарфом, больше, чем пророк. И он продолжает говорить, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Раби Пинхас бен Яир говорит, усердие приводит к физической чистоте. Физическая чистота приводит к чистоте духовной. Духовная чистота к отрешенности от мира сего. Та — к святости, святость к скромности, скромность к боязни греха. Боязнь греха к благочестию хасидут, а благочестие приводит к получению духа святости или роаха кодыш. Дух святости приводит к состоянию воскрешения из мертвых, а воскрешение из мертвых приводит к восхождению на уровень пророка Илии. То есть самый-самый-самый-самый какой-то высокий. Уровень, который есть выше праведности человеческой, выше благочестия, как воскрешение из мертвых, к прохождению на уровень пророка Ильи. То есть мы должны понимать, что вообще значил образ пророка Ильи во времена Иисуса. То есть, иными словами, Йоханан Амадбиль, или Иоанн, как мы называем его, креститель, он находится на самом высоком уровне уровня духовном которым мог подняться человек до него то есть вместе с тем теперь когда раскрыт новый уровень развития духовного царства небесного меньше из тех кто этого уровня достиг больше уровня иоанн то есть Иоанн его учение все что предшествует пониманию или дарованию царства небесного здесь иисусов то есть даже самый 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 высокий величайший, он наименьший в том, что называется Царством Небесным. Точно так же Иисус, когда он говорит, если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете. То есть даже если ваша праведность будет даже такой, потому что все остальные были хуже книжников и фарисеев, то вам, естественно, не достичь Царства Небесного. Одни же Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия, восхищают его есть образ некой лестницы, которая есть лестница как лестница у Якова, то есть я наблюдаю за спором, который здесь есть спасение по благодати спасение по делам, часто приводит это место до Иоанна как бы от Иоанна, до ныне царство небесное берется у силы, употребляющее усилие восхищает его, то есть как бы а от уже как бы с того момента, как здорово на царство небесное, то это уже по благодати. На самом деле, с моему глубочайшему убеждению, тут абсолютно не этот мотив. Все пророки и закон прорекли до Иоанна. Талмут, Брахот 34б. Все пророки, которые пророчествовали, предвидели до момента воскрешения из мертвых, а о временах Мессии сказано ⁇ И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме Тебя, сделавшего такое для ожидающего Его ⁇ Это консенсус в иудаизме, что до прихода Мессии действия закона, но с приходом Мессии... Отменяется, не отменяется закон, но, очевидно, совершенно никто ничего подобного не видел, не слышал, не наблюдал. То есть, если хотите принять, то он и есть, или я, которому должно прийти. Ну, продолжает Писание, кому я уподоблю род э, сей. Э, барайта. Барайта это не вошедшая в сборник Мишна, высказывание Таны. «В преддверии Машеха возобладает дерзость в мире, виноград не даст плодов, и вино будет дорого, но царствие взойдет ересь, и не будет обличения». Ничего не напоминает, да? Вот будет ересь. Да. Собрание судей поредеет, и Галилея будет разрушена, а жители ее будут скитаться с места на место. Мудрость книжников прогоркнет, и богобоязненность станет вызывать отвращение, и правда сокроется. Юноши будут относиться к старцам без почтения, а старцы будут вставать перед юнцами. Сын сквернословит отца. Практически цитаты из Иисуса, не так ли? Талмуд. Дочь восстает на мать, невестка на свекровь, враги человеку домашние его. Ничего не напоминает. Да? Лицо поколения как морда пса. Дети позорят отцов и не на кого положиться, кроме как на Отца Небесного. Усердие приводит к физической чистоте, физическая чистота чистота, ну и так далее, это та же самая Барайта, в конечном итоге мы приходим а, к пророку Илии. Раби Эльхана Вассерман в своей книге о преддверии прихода Машеха от имени Раби Исраэля Савантера пишет следующее, когда придет сын Давида, лицо поколения будет подобно собачьей морде, он ссылается на Барайту, которую мы только что с вами читали, угу. в природе собаки бежать, в природе собаки бежат впереди хозяина. На первый взгляд кажется, что собака бежит куда вздумается, а хозяин тащится за ней, повинуясь ее воле. Но все это только на первый взгляд. Мы-то знаем, что дело обстоит как раз наоборот. Хозяин идет куда хочет, а собака бежит перед ним, прислушиваясь к его приказаниям. Как только хозяин меняет направление, собака поворачивает и снова мчится впереди, но уже в другую сторону прежние нормальные годы, когда евреи внимали указаниям Торы, лидеры Торы определяли дорогу, устанавливали направление движения, и поколение шагало вслед за ними. Перед приходом мессии власть Торы будет повержена, поколение самой изберет путь, по которому пойдет, куда глаза глядят, а вожди еврейства побегут по этому пути перед толпой, как собака перед хозяином. Это буквально пророческие слова. Они на самом деле, как имели отношение к эпохе Иисуса, точно так же они и имеют и к сегодняшнему времени. Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам говорят: "Мы играли, вам насверлили, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали". Огромное количество толкований этого места, но я не знаю, ли вам когда-нибудь доводилось наблюдать за детьми, которые играют на улице, собирая деньги. Да. И вне зависимости от того, что вот одна группа и другая группа, они никогда не соединяются вместе. Одна играет одно, другая, 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 потому что им надо как бы заработать денег для самих себя. Веселые ли песни, или грустные песни, никакая вторая группа не присоединится к первой, и третья не присоединится к второй, и они не присоединятся, они будут каждый зарабатывает деньги. Э, сам, с другой стороны, каждый ожидает, что вот именно другой присоединится к нему. Подобные настроения, как кажется, э, будут действовать в соответствии с настроениями и представлениями в конце времен. И в этом смысле э, поколение мало чем отличается. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел он сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдывается премудрость делами ее. Подобно к тому, как дети, музыканты ждут, что другие будут себя вести точно так же, как они, так же и люди поколения Мессии ожидают от человека соответствия собственным представлениям. Если мы просто сравним эти два отрывка. Э, дети мало э, отличаются от взрослых, и, вернее, взрослые в этом смысле мало отличаются от э, детей. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Когда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было его сил, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Харазин! горе тебе Вивсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были бы силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам, и ты, Копернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные тебе, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе. Горе тебе, Харазин, Горе тебе Випсаида. Более того, Иисус продолжает и говорит, что если бы Тиру и Сидону, то есть городам, находящимся на территории современного Ливана, язычникам, были явлены те силы, которые явлены были бы тебе здесь, то они бы уже покаялись. Пепле, Капернаум или на иврите Кфар Нахум, город отдыха или деревня отдыха или а, место курорт. Люди, которые приезжали туда отдыхать, они были очень богаты, они свысока смотрели на других. И именно поэтому Иисус употребляет эти три курортные зоны: Вифсаиду, Каразин, Капернаум. Говорит: вы научены, вам было явлено. Вам было дано. Вы даже имели материальные блага. Если бы хотя бы малая часть этого была явлена людям, которые вообще никогда ничего не знали, вообще ничему не учились, то есть язычникам, о которых послание Ефесянам говорит, что они вообще не народ тогда еще были, никогда не народ. Даже они могли бы прийти к познанию Сына Божьего. Продолжая эту тему, Иисус говорит «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, от Випсаиды, Хоразина и Капернаума, и открыл сие младенцам, Тиру, Сидону, язычникам, которые еще не народ, которым еще не дана была сила к спасению, которая была дана евреям. Но будет время, и они будут привиты» они будут привиты к дереву, к дереву жизни. Иисус произносит тут свои знаменитые слова. Пройдите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Покой на иврите «икфар нахум» или деревня покоя. Здесь игра слов. То есть вы вместо деревни, дома отдыха, человеческому разумению, найдете настоящее отдохновение во мне и настоящий покой. Возьмите иго мое или возьмите ярмо мое. Иисус происходит из плотницкого дома. Он знает, как сделать иго или как сделать ярмо, которое нормально сидит на шее. И когда он в дальнейшем говорит, что иго мое легкое, он предлагает людям не становиться свободным, освобождаясь от всякого иго, но впрягаться в иго его. Потому что истинная свобода – это не есть независимость от Бога, а есть рабство ему. Истинная свобода – есть независимость от мира, который вокруг тебя, и смирение перед Господом Богом. Именно это предлагает здесь Господь. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Находясь среди этого потрясающего ландшафта, тишины, щебета птиц, кажется, что ничто не должно отличаться вот именно от этого покоя. А я думаю каждый раз, насколько же выше, больше и прекраснее покой небесный. И как там должно быть замечательно, что даже если здесь, на этой грешной и такой красивой земле, сердце радуется. Тем более, когда ты думаешь, что стоишь там, где две тысячи лет назад проходил наш Спаситель. Да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.